Всем привет! Мы сейчас находимся на студии, и к нам недавно в гости постучалась Маргарита Пушкина по старой памяти и предложила проучаствовать в сведении ее идеи небольшого проекта. Как она сама сказала, все это находится под покровом тайны, нельзя разглашать никаких деталей, поэтому вот сидим, сводим, очень-очень скоро, я думаю, мы вас чем-то порадуем. Следите за обновлениями. Будет сюрприз. Нет, ты горячий.